Еще одна новинка. Цукини под названием Шрек. Плоды у него круглые, серо-зеленого цвета, в белых пятнышках. Хорошо подходит для консервации, жарки. Очень вкусный, созревает где-то на 50-й день. Он такого среднепозднего срока созревания. Удобен тем, что уже когда обычно кабачки начинают отходить, обычные, а этот только начинает плодоносить. Поэтому неплохо его иметь каждому дачнику. Плодоносит он все лето, что тоже очень немаловажно. Если срывать, конечно, плоды постоянно, он будет плодоносить все лето. А если вот так, как я вот тут оставил все на семена, потому что мне нужны семена, и они вызревают, то он, конечно, плодоносить не будет. Только вот мужские цветочки выкидывает, плоды он уже вязать не будет. Если оборвать, он будет еще навязывать плоды, но уже не так, потому что сорт пострадал. Вот старый уже, вот желтеет. Это при созревании не желтеет. Вот видите, этот плод созрел, а вот навязываются молоденькие плодики. На семена я их оставить уже не буду. Эти пойдут на консервацию, птицам на корм. Я на них мешочки не надеваю для того, чтобы заизолировать от опыления. Вот этот плодик был вручную опылен. Так что, как видите, плод созревает, молодые продолжают. И вот совсем малюсенькие. Сегодня у нас 2 июля. И вот маленькие плодики завязываются. Еще будут. И вот веточка идет вверх. То есть все лето он плодоносит. В отличие от кабачков, которые буквально месяц поплодоносили и больше не будут плодоносить. Шрек же будет все лето. Вот посмотрите, как много кабачков. Завязались. Все ровненькие, красивые. Мы их сажаем очень много, потому что нам нужно много семян. Вот тоже они. Земля, конечно, тут, где они растут, у нас не очень удобрена, потому что не успеваем весь огород удобрить. Дефицит сейчас навоз, а химию мы не применяем, только навоз и биоудобрение. Ну, для кабачков особо не нужно удобрять землю. Они прекрасно растут на любой почве. Вот тоже видите, только завязывается плодик. Вот такой вот интересный круглый цукини под названием Шрек.